Карина. Вот и подходит к концу 2019 год. Да и завтра Новый год. Поэтому решила собрать новый топ игр с зимней атмосферой. Если я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте, вы не поверите, Olympic Winter Games Lilhammer 94 для Sega Genesis. Эта игра создана разработчиком Tirtex Ltd. Здесь вам предстоит поучаствовать в зимних олимпийских соревнованиях, а именно, горнолыжные виды, лыжные гонки, биатлон, бобслей, прыжки с трамплина. Все сделано достаточно хорошо и играть интересно. Четвертое место – Garfield Winter's Tale для Amiga, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC. Игра основана на комиксе Джима Дэвиса «Гарфилд». Гарфилд уснул в своей постели перед открытым холодильником, мечтая о приключении в Северной Италии и Швейцарии, в котором он пытается найти фабрику лазаньи и курицу, несущую шоколадные яйца. Третье место. Ice Climber на NES. Видеоигра в жанре платформер, разработана и выпущена компанией Nintendo в 1985 году. Согласно сюжету, раскрываемому в руководстве пользователя, два эскимоса, Попо и Нана, преследуют через 32 игровых уровня кондора, укравшего у них овощи. Игрок, управляя вооруженным киянкой эскимосом, должен проложить путь наверх, пробивая бреши в заледеневших перекладинах. Наверху им предстоит поймать самого кондора. В этом ему мешают различные противники. Морские котики Топи, вороны Нитпикер и белые медведи Поларбир. Каждый из них действует по-особенному. Топи могут со временем заделывать бреши, пробитые игроком, Нитпикер могут беспрепятственно пролетать по перекладинам, а Поларбир, если игрок слишком долго мешкает, прыжком на месте заставляет игровой экран сместиться вверх. Добравшись до вершины горы, игрок может собрать украденный овощ, обычно это баклажан. На самой вершине игроку предстоит поймать самого вора кондора. По мере прохождения вместо обычных ледяных блоков появляются наледи, а также вертикальные перегородки и горизонтально перемещающиеся платформы. Скорость противников при этом начинает возрастать. В игре также предусмотрен кооперативный режим прохождения двумя игроками, причем они могут как соперничать друг с другом, так и сообща проходить уровни. Второе место – Home Alone на Sega Mega Drive. Игрушка о приключениях Кевина МакАлистера. Ходит он по разным домам, собирает всякий полезный и не очень инвентарь и, по возможности, использует его против бандитов. Первое место. Sled Storm на PS1. Видеоигра-симулятор гонок на снегоходах, разработанная и изданная компанией Electronic Arts. Много ли вы знаете игр про гонки на снегоходах? Гонки на снегоходах. Выбираем одного из шести персонажей. Снегоход каждого имеет собственные характеристики. Кроме того, для каждого персонажа существует свой собственный набор трасс. Трассы могут таить в себе массу сюрпризов. Также вы можете во время прыжков, а их будет огромное количество, проводить различные акробатические трюки. Кроме того, в игре существует возможность апгрейдить свой снегоход для улучшения своей конкурентоспособности. Причем апгрейды производят также и ваши виртуальные оппоненты. Особо стоит отметить музыку. В ходе гонок можно услышать музыкальные композиции Econoline Crash, Uber Zone, Rob Zombie и Jeff Dick. Короче, если хочется настоящего драйва, эта игра для вас. Пам-пам! Happy New Year!